Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодня на моем канале очередной крутецкий конкурс. Как вам известно, на моем канале недавно было 100 тысяч подписчиков, и в честь этого события я сделала тоже очень крутой конкурс. Между прочим, конкурс до сих пор продолжается. Девчонки и мальчишки, мне надоел старый баннер моего канала. Да, посмотрите, какой он старенький. Я думаю, что среди моих подписчиков очень много талантливых, креативных людей, которые смогут придумать мне какой-нибудь классный баннер и логотип. Ну и давайте вначале, чтобы вас вдохновить, я покажу вам подарки, которые подарю победителю. Сайт называется pilkipodarki.ru. Я заказала все подарки на этом сайте. Если в вашем городе нет магазина Сваровский и вы боитесь наткнуться на подделку, то этот сайт гарантирует, что у них 100% оригинал. Все изделия у них инкрустированы кристаллами Сваровский элемент. Это расческа с кабаньей шерстью. Сзади, видите, она инкрустирована кристаллами Сваровский элемент. Очень красивая расческа. Следующее — это гвоздики, серьги с кристаллами Сваровский элемент. К этим же серьгам есть кольцо. Размер у кольца регулируется, оно подходит идеально под серьги, очень красивый комплект. Следующее, что я подарю одному из вас, это две стеклянные пилочки. Эти пилочки тоже инкрустированы кристаллами Сваровски, очень красивые они. Затем вот такой обалденнейший браслет Шамбала, тоже из кристаллов Сваровски. Затем вот такое красивейшее зеркальце, тоже инкрустированное кристаллами. И вот такой держатель для сумки. Эти все подарки получит один человек, который придумает креативный баннер для моего канала и логотип. Вы можете использовать мое имя Женя Гейн, но не Женя Кун. Баннер для моего канала должен быть определенного размера. Размеры все я оставлю под этим видео в описании. На баннере может быть мое изображение, моя фотография. Фотографии вы можете выбрать в моей группе ВКонтакте, либо на моей странице ВКонтакте. Либо вы можете не использовать никаких моих фотографий, а придумать что-то необычное, креативное, с названием Женя Гейн. Конкурс продлится месяц, поэтому у вас, в принципе, есть время. Не торопитесь. Готовые работы вы присылаете на электронную почту, которую я тоже напишу под этим видео. И всем спасибо за участие. Желаю всем удачи. Пока-пока.